Сегодня я решил показать как я заливаю бомбы. Готовится раствор. Я для стойки между участками стены использовал старые доски, ширина 15, толщина 3, около 30 сантиметров. И чтобы встанет их, использовал шпильки. Вот они, шпильки. Диаметром 8. С той стороны же такое же соединение. Такой брусок. Её точка достаточно крепко. Сюда поместится где-то 0,3 куба. Я думаю, здесь есть 0,3 куба бетонного раствора. Посмотрим кубики. Там десятки. Арматура для усиления. Может, кому-то пригодится. Сейчас я сделаю тумбу из шлакоблоков и буду заливать вот сюда. Все на начало месяца священного Рамадан, 26 мая 2017 года. Махачкале все поздравляют друг друга. WhatsApp пестрит сообщениями. Хотя и пасмурно, но погода солнечная. Думаю, все будет нормально. Обычно сегодня ходят на кладбище. Поменять своих усопших.